1 сентября – праздник знаний, нарядные ученики и букеты цветов. В этот день двери для первоклассников распахнули более 800 школ области. Павел Коньков принял участие в торжественной линейке в Новоталицах. В наши школы приходят те мальчишки и девчонки, которые через 10-15 лет возьмут в свои руки нашу великую страну. Позвольте мне от имени правительства, от себя лично, сердечно вас всех поздравить с этим праздником, Днем Знаний. И вот ребятам уже предстоит сесть за парты и грызть гранит науки. В прошлом году Новоталицкая средняя школа выпустила 4 золотых медалистов. Результаты ЕГЭ тоже радуют. Кроме того, здесь открыта пилотная площадка для творческого саморазвития педагогов. Эта школа – одна из немногих, которая связывает дошкольное и школьное образование. Отличительной особенностью нашего образовательного учреждения является то, что у нас очень большую часть контингента обучающихся составляют воспитанники дошкольных групп. И поэтому вот эта преемственность, взаимосвязь дошкольного образования и школьного образования является как бы вот основой. Особое внимание здесь уделяют здоровью подрастающего поколения. Ежегодно учреждение становится победителем областных соревнований. Спортивной жизнью Новоталиц губернатор заинтересовался и даже лично опробовал новые мячи. По итогам визита Павел Коньков признал школу образцом регионального образования, на который нужно равняться остальным. Мария Попова, РТВ Иваново.